Столетний юбилей отметила ветеран труда из столицы Камчатки Пелагея Ивановна Шубина. С днем рождения труженицу тыла поздравляли 25 мая. Навестили Пелагею Ивановну и сотрудники Краевого Минздрава. Там рассказали, что Великую Отечественную войну юбилярша застала в сибирском поселке. Ей в тот год исполнилось 17 лет. В сентябре записалась на курсы трактористов Красноярской области и после их окончания работала, как и все. Зимой была на лесозаготовке, весной сеяла, летом заготавливала сено. Так она помогала приблизить победу в тылу. Впоследствии получила почетное звание «Ветеран труда». На Камчатке Пелагея Ивановна проживает с 1955 года.